я вижу, кто-то не поставил лайк. И мне, мультяшному коту-пожирателю, это не нравится. Я даю тебе 5 секунд, чтобы ты успел поставить лайк и подписаться на канал. А иначе я найду и скушаю тебя. Время пошло. 1, 2, 3, 4, 5. О, кто-то не успел. Я иду вас пожирать. Ну и мы, друзья, уже видели, как сиреноголовый и мультяшный кот стали качками и получили суперсилу. Ну а теперь пришло время для Хаги-Ваги. Он тоже наконец-то превратился в качка. Как же Хаги-Ваги стал качком? Посмотрите анимацию на Сирена Студио, ссылочка в описании. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. И сегодня, ребята, мы проведем очень крутой эксперимент со ступеньками лестницы и, конечно же, с новенькими монстрами, с новыми пожирателями в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, народ! Сегодня, да, ребят, мы решили снова провести эксперимент со ступеечками лестницы, один из ваших любимых на канале. В чем, ребят, заключается данный эксперимент, я думаю, вы уже знаете. Мы пытаемся, играя за разных монстров, как можно выше залезть, забраться по ступенькам лестницы. И, конечно же, наша главная задача — забраться на максимальную, на последнюю ступеньку. И сегодня у нас, ребят, будут разные крутые новые монстры и, конечно же, пожиратели. Из новых, ребят, у нас получается кот-пожиратель, мультяшный кот-пожиратель, Хаги-пожиратель, мультяшный Хаги-Ваги. Ну и в принципе все. Также, ребят, мы решили сегодня еще раз протестировать автобус-пожиратель. Также, ребят, конечно же, обычного поезда-пожирателя и обычного Хаги-Ваги. Получается, ребят, 3 старых монстра и 3 новых. Мультяшного Хаги-Ваги и мультяшного пожирателя мы так-то вообще еще ни разу не испытывали на ступеньках. В общем, да, друзья, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Давайте мы, ребят, доберем на этой серии 5000 лайков. И мы еще обязательно продолжим этот эксперимент на канале. Только уже, конечно же, с новыми, с крутыми монстрами, которые у нас только появятся. Ну что, ребят, мы начинаем. Давайте я поиграю за новенького мультяшного Хаги-Ваги, а Дарк поиграет за старого уже Хаги-Ваги. Кстати, ребят, уже Хаги-Ваги 3 месяца, около 3 месяцев, понимаете, в Гаррис Моде? Так быстро время пролетело. Дарк, прыгай в этого Хаги-Ваги. Я готов, готов, готов. Ну что, давай на перегонки. Кто первый заберется пока, на максимальную пока ступеньку. Пока-пока. Это точно. Что? О нет, ты прыгаешь. Он, ребят, прыгает просто нереально высоко. Так, блин, а? Я еще до сих пор на этих маленьких ступеньках. Давай выше, выше, выше. Как бы вырваться на большие-то, а? О, я уже на больших, кстати. Ну тут, ребят, уже можно хорошо поиграть сейчас. Смотрите, мы берем, перепрыгиваем. Давай, давай. Нет, ребят, не получилось чуть повыше запрыгнуть. А, сейчас догоню, догоню тебя. Да вряд ли, вряд ли. Ты чё? Дарк, ты думаешь, ты меня догонишь? Да, а тут ты сомневаешься во мне? Тут уже без шансов. Конечно. Ты же старый Хаги-Ваги. Как ты можешь во мне сомневаться? Вот, давай, давай, давай. На максимальную. Хаги-Ваги-то старые, я нет. Слушай, я практически запрыгнул на максимальную ступеньку. Капец, ребят. Ой, я, кажется, выше не могу. Так, все, а я уже на максимальной давай, ступеньке. Ну, Хаги-Ваги, ну выше, Дарк, ну, я уже все, я уже запрыгнул. А я застрял, все. Эх, ну как ты так мог, а? Ребят, мультяшный Хаги-Ваги реально, видите, хорошо прыгает. Он на самом деле довольно-таки сильный. Я обогнал обычного. Угу. Он, ребят, реально хорошо прям прыгает. Ну что удивительного-то? Мультяшки, в принципе, большинство мультяшек хорошо прыгает. А это есть как бы мультяшка, только с головой Хаги-Ваги. Но способности-то все равно мультяшные остались. Ладно, ребят, все, старый Хаги-Ваги у нас там где-то внизу, он проиграл. Ну а теперь давайте мы сравним. О, давайте Хаги-пожирателя мы, ребят, сравним с поездом-пожирателем. Ну а мультяшного кота-пожирателя или же просто мультяшного пожирателя, давайте мы, ребятки, сравним с богом мультяшным котом. Либо вот с автобусом-пожирателем, в принципе, тоже можно. Кстати, ребят, уже был ролик про Хаги-Ваги-пожирателя на канале. Но мы решили освежить память и испытать его еще раз. И сегодня, кстати, друзья, будет противостояние этих двух монстров. У нас уже было противостояние этих двух монстров, только они сражались, да, дрались друг против друга. А вот сегодня, ребята, они у нас посражаются на ступеньках, и кто из них лучше прыгает, лазит и так далее. Ладно, друзья, теперь сейчас поиграем давайте за Хаги-Ваги-пожирателя. Ну что, давайте я, ребят, поиграю за Хаги-Ваги-пожирателя, а Дарк поиграет за поезда-пожирателя. Слушай, я кое-что забыл. Поезд-пожиратель же не умеет прыгать.
Но он умеет рычать. Ха-ха, смотри, как я страшно рычу, да? Но сегодня мы не деремся, а другим занимаемся. Мы по ступенькам прыгаем. Ну, я же не бью, а рычу. А еще я умею, смотри как. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Неплохо так. Смотри, я уже где. А я вот так могу, смотри. Опа. Давай, давай, догоняй Опа. Меня, собачок. Эй, что, я выше не могу? Нет, 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 ну поезд, ну пожалуйста. А я научился прыгать. Все, буду рычать мы, на ребят, тебя тогда. Мы, ребят, видите, уже более такая совершенная стадия эволюции. Да, чуть подальше пошли, чем поезд-пожиратель. Ну, в принципе, поезду-пожирателю-то особо прыгать и не нужно. Ладно, так. Смотрите, мы уже, ребят, на ступеньке с Хаги-Ваги. Я застрял, блин. Так, пытаемся, помогу, ребят, выпрыгнуть. Помогу. Пытаемся, подожди, друзья, подожди, выпрыгнуть. Подожди. Давай. Куда ты там выпрыгнешь? Не вот получается. Что? Ладно, вылезай, вылезай. Спасибо. Давай, я спасу. Слушай, эх, раз уж поезд... Я, походу, снова застряну. О, нет. Я же какой-то глупостью занимаюсь. Раз поезд не прыгает, тогда давай я сяду в автобус-пожиратель. Ну, давай. О-о-о. Мне кажется, автобус-пожиратель тоже так себе прыгает. Ты его решил, ладно, увеличить? Ладно, ладно, ладно. Ну, немножечко. Ну, просто догнать тебя. Смотри, какая у тебя фора. Ну давай, кстати, прыгай, прыгай. Опа. Сейчас тебя догоню. Интересно, друзья, кто же выше прыгает? Кот-пожиратель или Хаги-пожиратель? Но сегодня мы это обязательно выясним. Ну, кстати, кот-пожиратель пока что, насколько вы видели, да, во всех предыдущих сериях, испытаниях и битвах, он, ребята, выигрывает, да, он побеждает Хаги-Ваги-пожирателя. Но по прыжкам на ступеньках еще непонятно. Слушай, ну что ты хорошо так прыгаешь, а? Я тебе фору дал, считай. Да, да, я, да, застрял, понимаю. Блин, а! Ой, пока, 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 пока. Ладно, ой, давайте, блин, я быстренько достану. Ребят, я застрял, понимаете? Давай, давай, сейчас, давай, 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 давай. Подожди, подожди, Хаги-Ваги несчастный. На самом вот деле, все, ребят, эта биомасса постоянно где-то застреет, понимаете, друзья? Смотрите, оп. Главное, короче, в стенку не врезаться, я понял. Хоба. Так, хоба. Все, на последней ступенечке. Блин, реально. Я победил, на, получай. Но, конечно, ой, же, я буду посильнее, чем ты. Да, да, есть такое. Это ладно, Спарта. Зря боканул. Вот Славик, а, паразит, взял и скинул меня. Мы вообще, кстати, ребят, хотели мультяшного кота-пожирателя испытать против автобуса-пожирателя. Но так получается то, что у нас теперь есть еще и бог мультяшный кот. Который, ребят, тоже является мультяшкой. Это как бы вообще божественная мультяшка, самая главная мультяшка. Но давайте сейчас испытаем бога мультяшного кота против... мультяшного кота-пожирателя. На ну, самом сейчас деле, ты будешь мою пыль глотать. Сравнение очень, друзья, крутое. Мы, кстати, ребят, в планах хотим устроить битву всех мультяшек. Да, выяснить, какая самая сильная мультяшка. И также мы, ребят, хотим устроить битву мультяшного кота-пожирателя против бога мультяшного кота. На самом деле эти монстры крайне сильные. Ну что, давайте. Раз, два, три, вперед. Ну, сейчас ты быстро проиграешь. Вот сегодня, ребят, будут у нас первые ты такие вот испытания. Ты прыгаешь выше бога, что? Ой, это хорошо. Я, конечно, не увеличивался, ты сам помнишь, какие у меня способности есть, но пока что, ладно, давай пробую так. В принципе, пока так мне хватает сил, чтобы кстати, прыгать. Кстати, как думаешь, а в битве кто победит? Бог мультяшный кот или мультяшный кот-пожиратель? Ну, мультяшный кот-пожиратель, конечно, хоть и крут, но как бы тебе сказать, бог. А это бог все-таки, кот, да? Это же бог, да. Ну, а вдруг, ой, знаешь, это пожиратель богов будет у нас. Бог что-то у меня плох, знаешь, он застрял в ступеньках. Ну, я, кстати, уже на практически посреди ступенечки, ребят. Ну все, ты разозлил офигенно бога. Офигенно прыгает, друзья, мультяшный кот-пожиратель нереально просто круто прыгает. Бог немножечко увеличился, чтобы тебя догнать. Давай. Не, божество, ребят, слабее, чем наш пожиратель. То, что ты там вякнул? Мультяшный кот-пожиратель намного лучше прыгает. Ё-моё, ты чё, увеличился? Ой, ты, кажется, перепрыгнул. А нет. Так, на, не-не-не. Ой, всё, больно. Слушай, ай, ты меня сейчас реально убьёшь. Ай, не-не, ай, всё, ребята, капец, как вниз упали. Это тебе за то, что скинул меня за автобус, бедненький. Ладно, ребят, еще обязательно будет битва мультяшного кота-пожирателя против мультяшного бога. Мультяшного кота-бога. Поэтому, ребят, ждите. Но сегодня, ребят, все-таки другой эксперимент. Мы сегодня вообще не должны драться, мы должны много-много прыгать. Так, получается, мы уже испытали мультяшного Хаги-Ваги, мультяшного кота-бога, поезд-пожиратель, Хаги-пожирателя, автобус-пожиратель и мультяшного кота-пожирателя. Но и остается лишь последнее испытание, последнее соревнование, кто же лучше на ступеньках. Это мультяшный кот-пожиратель, из-за которого мы здесь сегодня все собрались, или же Хаги-Ваги-пожиратель. Готов, Дарк? Да, конечно. Давай, раз, два, три. Прыжок. Ну, я, кажется, чуть-чуть получше прыгаю. Ты еще
оттолкнулся от меня в воздухе, ах ты паразит, ты меня вниз немного, знаешь, так откинул, я ощутил это, вот, а сам вверх подпрыгнул. Прикольно, прикольно. Мне не прикольно, знаешь ли. Так, прыжок. Так, давай, 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 вот. Идеально, ребят, побеждаем, побеждаем. Я не могу тебя догнать, капец. Да ты, конечно, мультяшный кот-пожиратель, и в битвах тебе сильнее, чем Хаги-Ваги-пожиратель, и на ступеньках, и в испытаниях разных. Ну, кстати, ты не сильно отстаешь. Тотальная. Ты не сильно отстаешь, буквально вот на одну ступеньку, ребят, отстал, и мы в итоге победили. Так, ням-ням-ням-ням-ням. Чё, я скинуть решил? Ну, мы, ребята, уже устраивали битву мультяшный кот-пожиратель против Хаги-пожирателя. Посмотрите эту битву, она уже есть на канале. Ты притянул капец, нас. Капец, что случилось? Зря ты бога притянул. Ты притянул, короче, бога этой способности, и он скинул тебя. А тебя нет? Нет. Кстати, ребята, хотите прикол? Сейчас попробую это повторить. Мы недавно тут ролик, когда записывали про светофороголовых, кажется, семью светофороголовых, выяснили то ли... А, подождите, а что это... А как это работало? А, мы его уменьшали, помнишь? Уменьшали? Да-да-да-да-да. Из-за этого это работало? Возможно, давай проверим. Вот давайте, еще меньше. Я, короче, ребят, бесконечно отталкивался и летал, а ну-ка. Не, слушай, не работает. Сломался, сломался баг. Реально, ребят, баг был. Не-не-не-не. Ребята, я реально, понимаете, летал прям по всей карте за светофора Голового. Ща, ну-ка, может, еще меньше мы его делали? Мы его, кажется, делали размером с этого, с сиреноголового скин. Ну что, Дарк, давай уменьшай его. Ой, да, его, правда, еще меньше надо сделать. Вот? Во. Да-да-да-да-да. А ну-ка, ребят, давайте проверим. Слушай, а ну-ка, подожди. Ну-ка. Не, не работает. А если с высоты прыгнуть? Не-не, Вова, кажется, прыгнуть. Подожди, получилось. Подожди. Я, ребят, каким-то образом во время прыжка отталкивался от воздуха и улетал, понимаете? Вот такой умбак обнаружили. К сожалению, повторить его не удается, но я не знаю, каким-то образом реально это получилось. Я вот пробую сейчас, не получается, ну блин, ну как так? Может, на самом деле, как-то мы что-то перед этим сделали, может, что-то реально залагало. Но, друзья, ё-моё, такое реально было. Ну и сегодня мы довольно-таки, друзья, крутую серию устроили, с новыми разными монстрами, с новыми разными пожирателями. Это, ребята, мультяшный Хаги-Ваги, и Кот-Пожиратель, и Хаги-Пожиратель. Реально, друзья, очень крутая серия сегодня получилась. Ну а с вами были я, Слайкмаст, и, конечно же, Дарк. И вот такая прикольная рубрика «Ступеньки лестницы», кто выше по ним заберется. Ну и мы, конечно же, с вами на это обращаемся. Сегодня, ребят, Кот-Пожиратель, мне кажется, побеждает. Он лучше всех забрался на ступеньки. Конечно же, наверное, после бога мультяшного кота. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем, друзья, пока-пока. Всего хорошего, народ.